А предыдущая порция, вот сейчас покажу. Вот какая предыдущая порция получилась. Очень вкусная. Могу сразу покушать в эфире, чтобы вы не думали, что я вас... В общем, как курица. Или как креветки, даже не знаю. Так, сейчас вторая партия на сковородочке. И переворачиваем. Здесь жульен, мука, два яйца. Ну, можно одно яйцо, в принципе. Вот, перевернул почти удачно. В общем, нормально. Вот сейчас будет жариться. И еще раз потом переверну, ребят. Как утверждает Всемирная энциклопедия, вот жульенчик, кстати, вот такой тут сметанка, соль адыгейская, мука и два яйца. А как утверждает Всемирная энциклопедия, грибы абсолютно вкусные и полезные, поэтому верим. Уже кушали несколько раз, все нормально. Каждый день хочу сходить за грибами, но пока что-то не иду в лес-то. Может, из-за того, что вот эти собаки, кстати, которые сегодня ночью, когда я не дежурил, пришли снова и ходили вдоль нашего березовца. Пять собак. Ну, ходят, пускай ходят, чушишь. Я же не судья. Вот, ребята, сейчас, значит, еще раз надо будет перевернуть всех этих красавчиков, которые запеклись, как запеканка, единым фронтом, единым блином. В общем, запекаются помаленечку. И вот можно будет кушать. Я вот помазал аджикой. Можно, конечно, помазать сметанкой. Наверное, сметана лучше будет. И еще вам хочу сказать, что я решил крайне, практически на 99% ограничить потреблением сахара. Потребление сахара решил ограничить на 99%. Не только чисто конфеты, торты там и так далее, а еще и майонез и все остальное решил резко ограничить. И посмотрим, что из этого выйдет. В общем, ребята, все, всем здоровья, совершенствуемся, готовим курицу. Курицу готовим. Древесную. Давайте выложим вот сюда на тарелочку. Я думаю, что все уже готово. Вот таким образом. Все, пацаны, остается одна порция. Ну ладно, давайте покажу, как вот, значит, вот они отбитые такие, раз их, лярчик такой. И руками есть можно, кстати. Вот они тут же жарятся, пекутся. А жарятся они быстро, как омлет, то есть с каждой стороны по 3 минуты. А, ну можно, конечно, да, добавить немножко. Вообще мы стараемся все-таки масло подливать немного. То есть, чтобы сковородка не была сухая, просто и все. Так, на-на-на-на-на-на. Все, ребятушки, в принципе, репортаж закончен. Хотя, нет, давайте дождемся, потому что я сейчас я залью это кляром оставшимся, и будет, наверное, вкусно. Потому что здесь все-таки два яйца. О, остатки сложил, смотри, как интересно. И заливаем вот этим такой омлетом таким грибным. Конечно, если, вот сейчас, кстати, у нас укроп где-то был, если это покрошить еще туда укропчик зелененький или еще какую-то зелень сверху, жареных, прикусочку, зеленушку, то будет вообще классно. Вот таким образом пускай пекутся. Мне кажется, это очень красиво, ребята. Всех обнял. С вами был Дед Шурави и здоровый образ жизни.